Приветствую вас, мои дорогие друзья, на канале PlayHome. Мы с вами давненько не заходили в игру Satisfactory. Очень много вроде как выходило здесь разных патчей, даже что-то новое добавили, поэтому сегодня я хочу на это посмотреть и, соответственно, по возможности построить. Ну и доделать все то, что мы с вами еще не сделали и не доделали в прошлых сериях. Сразу отвечу на вопрос, почему мы не делаем сейчас именно космопорт, который у нас находится вон там вот наверху. Ребята, есть некая проблема с сетевым кодом, с сетевой оптимизацией, когда ко мне подсоединяются друзья, у них не работает кнопка таба и не работает кнопка Q, то есть стройка у них отсутствует полностью, да? Следовательно, мы пока не можем это все дело продолжить. Я так полагаю, с будущими обновлениями это все должно поправить, и мы с вами возобновим, естественно, кооп-стримы и кооп-стройку. Ну а пока это все будет у нас дело происходить в соло, то есть я один это все буду дальше строить. В общем, давайте сейчас пробежимся по нашей базе. Какая она офигенная все-таки. Да, давненько мы сюда не заходили, давно не смотрели, посмотри. Все такое идеальное, мне кажется, такое ровненькое, гармоничное. Но опять же-таки нам... Чисто по моему мнению. В общем, давайте пробежимся по базе, посмотрим, что нам надо. И, наверное, хотя нет, мы сделаем проще. Мы с вами сначала посмотрим сразу же, что у нас тут с вами есть для исследований. Первое. Давайте, наверное, сразу добьем наш как раз-таки первый ранг. Потребуются здесь грибы. Ну, давайте, у нас как раз-таки с вами был грибочек. Мы его с вами и доотправляем. Дальше, что у нас с вами осталось здесь? Так, орехи. Слушай, у нас орехи, по-моему... Орехи, да, у нас орехи с вами имеются. Тоже все закидываем. И... так, и изучаем это все дело. Вот так вот. Шикарно. Next. Так, орехи, наверное, мы сразу сюда уберем, они больше нам не нужны будут. Что? Слушай, а что это, винчестер был? Нет, это кремний. Кремний, да, почему-то без картинки. Ладно, во втором ранге что у нас с вами осталось? Во втором ранге нам с вами болты нужны, да? Слушай, у нас, по-моему, очень было много. Вон, я вижу, да, огромное производство их идет. На самом деле, многие моменты уже подзабыл, что где и как, но... Ох ты, нихрена себе, у нас их здесь очень много, да. Но мы все равно пробежим, сейчас освежим память. Это мы с вами тоже сейчас закидываем. Выбрать цель. На пластинки. Так, где у нас еще они были? Вот, и болты. Отчаливай, дорогуля. Next, у нас что у меня что? Так, стоп, у нас тяжелый блочный модуль как раз таки он производится, но для него требуется, что это у нас? Резина. Дальше что у нас идет? Проволока и тоже резина. Слушай, ну резина у нас, по-моему, было много, надо пойти посмотреть. Давай, кстати, пробежим еще по нашим максимально далеким областям, да, по сверхпроизводству нашему, по сложному производству. Что у нас они тут вообще делают, в каком количестве? Так, как раз-таки тяжелые каркасы делаются, и они у нас, они, получается, складируются вот здесь. Так, ну, немножко у нас их тут есть с вами. Здесь у нас с вами производится компьютер. Компьютеры уходят на склад. Ой, слушай, их много здесь у нас. Даже вон, смотри, полностью вся конвейерная лента забита ими, да? Здесь производятся суперкомпьютеры у нас. А, кстати, они у нас никуда не складируются, да? Надо будет поставить склад им тогда. Здесь у нас с вами производится, понятно, коннекторы скоростные. Только я смотрю, что-то у нас пластик еле двигается. Хотя пластика, он там у нас стоит. Целая куча. А, это болты у нас. Слушай, а это у нас два разных производства, получается, да, было? Сейчас пойдем посмотрим. Да, у нас здесь один пластик полностью забился. А у нас два производства было. Один как раз-таки пластик производился на малые нужды, а второй мы, по-моему, как раз-таки вот здесь с вами ставили для увеличения объема и только производства одного пластика, правильно? Да, здесь только пластик, и здесь у нас тоже только пластик, видно, он проезжал у нас. К сожалению, он у нас без батареек, надо, если что, будет их проапгрейдить, достроить их. А базовый пластик, так же как и резина, у нас, по-моему, производился вот там, правильно? Да, вот эта точка, шикарно. Слушай, ну у нас, походу, резина-то дохренища. Потому что она даже не двигается, ты посмотри. Тут сотка есть у тебя уже? Ну, можно сказать, что есть, да. Мы сейчас еще одну единицу здесь заберем, вот так вот. До сотки округлим, мы погнали, сдадим задание. Смотри, у нас винты эти болты, как пулеметная очередь. Тра-та-та-та, гоняет. Точно так же, кстати, у нас, в принципе, вообще все производство налажено. Даже особо докапываться-то и нечего. Может быть, конечно, есть смысл было слегка преувеличить скорость, да? Но, опять же, нужны батарейки. Ну и что? Мы закидываем сюда. Так, у нас, кстати, как раз таки так, у нас с вами есть сотка и 50 резины. Первая пошла. Дальше. То же самое мы делаем с блоками этими. 50. А там какая сотка? Вот эта, да?
Отлично. И остался у нас с вами шестой тир. У нас здесь идет реактивный ранец. Кстати, у нас это, по-моему, все имеется в наличии. Да? Да, роторы, по-моему... А, моторы точно, по-моему, были. Дальше газовая маска и... Во! Геотермальный генератор. Слушай, тоже, кстати, все у нас имеется. Пойдем тогда сначала, наверное, сделаем ранец реактивный. Маску откроем. Да? То есть, получается, надо в два раза будет это увеличить. И сразу же займемся так, геотермальной энергией. Выбираем цель и погнали. Так, блочный каркас взяли. В два раза умножаем сотка. Дальше 100 компьютеров. Раз, два. И 100 моторов. Блин, а вот только с моторами я что-то не помню. Они у нас, по-моему, где-то они у нас были. Или куда-то они нас даже сваливают. Смотри, вот здесь еще обычных блоков целая куча. Даже, по-моему, склад почти что уваленными, да? Угу. Во! Вот здесь они у нас находятся. Нашел. Забираем. Ну что, тогда сначала займемся ранцем, да? Как мы и планировали. 50. Дальше 50 и 50. А он, по-моему, на время идет, да, на КД или нет? А, он нет. Да, он идет на КД 11 минут. Слушай, а что требуется для этого ранца? Сейчас мы посмотрим. Реактивный ранец. Вот он у нас находится, да? Это пластмасса, это микросхемы, это резина. Слушай, у нас тут все есть. А сколько там еще раз? А давай мы сделаем вот так. Я же помню, у нас, по-моему, можно было добавить. Во, отлично. Резину тут соберем. Полтаху забираем сразу, да? Пластик мы здесь не соберем, нам надо идти в контейнер. Ты посмотри, насколько резины здесь. Охренеть. У нас, по-моему, пластик нигде не копируется. Абсолютно, да? 25 единиц надо нафармить там. Ну ладно, сейчас просто сладков поснимаем и плату заберем. О, смотри, поехал как раз. Эть, стоять. А, слушай, она в обратную сторону, короче. Мы, конечно, можем здесь просто встать и на входе собирать их, но... Хотя, слушай, не, нормально. Мне кажется, это будет даже лучше сделать не здесь, а вот около наших центральных производств. Хотя, пока идем, можем тоже насобирать. Что, останавливать производство там, да? О, с левой стороны, смотри, целая куча лежит. Во, шикардосно. Так, 25 штук собрали, и теперь осталось найти еще, где у нас платы производятся. По-моему, вон там. Да, вот здесь она делается, он поехал, зараза. Слушай, не догоню ее уже по-любому. Там сейчас следующая у нас должна будет выскочить. Там всего 3 штуки, тем более. И последнюю ловим. Оп, готово. Все, можно пойти построить его. Так, да, конструировать. Интересно, он там заряжаться-то сам будет или постоянно надо как-то его поддерживать на энергии? Сейчас проверим. Что у нас тут есть лишнее? Давай, наверное, это мы выкинем, чтобы у нас лишним балластом не было у нас. Кстати, слушай, а вот проволоку мы, наверное, сейчас с тобой закинем, знаешь, куда? Прямо целиком. Вот в это наше производство. У нас как раз есть вот переработка. Мы вот так возьмем этот жбоньк. И он сейчас их просто выпулит отсюда. Отправит туда, куда надо. Так, болты нам, наверное, уже не нужны. Где у нас ранец наш? Вот, наш ранец сюда он ставится, да? Да, и... О, слушай, крутая штука. А по поводу заправки, как тебя заправляет, друг? Ха, тут это вопрос. Хотя нет, не вопрос, смотри. Он, получается, позволяет вам свободно двигаться при нахождении в воздухе. При использовании расходует топливо и заправляется топливом из инвентаря, когда вы находитесь на земле. Топливом. Топливо, топливо, топливо. Биотопливо, нам надо обычное топливо. А обычное топливо у нас как раз таки... О, слушай, ну у нас его вообще целая куча, пойдем сейчас заберем. У нас же с вами находится целая генераторная станция с этим топливом, как раз таки наверху, и рядышком еще здесь склады стоят. Смотри, вон его как-то много находится у нас. В каком складе? Вот здесь находишься у нас? Ох, охренеть. Это круто. Смотри, заправляется моментально. Просто моментально. Шикардосно. Значит, это мы, наверное, тогда с вами выбросим. Нам это больше не надо. Бензопила, наверное, тоже нам особо не потребуется. Хотя... Ну ладно. Цемент выбрасываем. Дофига у нас его. Пойдем посмотрим теперь и дождемся нашего производства по геотермальной энергии. Зараза, еще 6 минут ждать. Да. Выбрать цель мы заберем. Пойдем хотя бы пока пособираем компоненты. Моторы у нас с вами есть. Каркасы забрали. И осталось забрать только суперкомпьютеры. Слушай, классная эта штука, если честно, реактивный ранец. Так он, правда, садится очень быстро. А насколько хватит топлива? Хм. Я думаю, наверное, еще будет с собой один баллон взять. И тогда точно на все нам хватит.
20 компов нам надо, да? 20, давай сюда. Мы тебя разделим сейчас. Вот так вот сделаем. 25 пускай будет с собой. Все, забираем еще себе пачечку, да? А вот отсюда вот чпоньк. Все, нам теперь точно должно хватать. Два бака целых. Кстати, у нас же еще откроется плюс 4 слота. Это классно. Погнали к себе наверх за ней, посмотрим, что там происходит у нас. Кстати, с помощью ранца прикольно подруливать, если вдруг ты промазываешь. Вообще классно. Чертовски удобно. Как же здесь, блин, офигенно. Это просто топовое место, однозначно. Слушай, а знаешь что? А пойдем посмотрим, может здесь что-то появилось у нас еще в нашем космопорте в этом. Хотя я сомневаюсь. Слушай, здесь только еще надо всего доделывать, но... Так ограничены во времени, в возможностях. Хотелось бы еще эти съезды доделать вниз. Но опять же, как-то тачка будет забираться, надо все это дело продумать. Либо просто подъемники такие везде поставить, как вариант. Либо можно все-таки оставить ее пока воздушной такой и не будем ее трогать. Как только какие-то новые примочки появятся, сразу здесь и начнем это все дело развивать. Да? Наверное, так будет правильнее даже. Но у нас здесь все закрыто, да. 7-й в ранг. Все пока закрыто. Ничего у нас тут нету. Ну, значит, да. 6-й тир геотермальной энергии доделываем и все. А вот когда появятся поезда, вот когда они будут гонять, можно делать будет монорельс, вот тогда, наверное, космопорт наш заиграет со всеми другими красками. Что, давайте, наверное, по старинке. Помните, как раньше на стримах мы это делали, а? Прямо через нашу конвейерную ленту, прямо внутрь. Да чтоб тебя, ты серьезно? Так, ладно, сейчас я попробую. Вот так вот и... И нам вот сюда как-то охренеть. Просто уровень гипноза соточка. Всяк меняется цвет. Охрененно. Блин, слушай, надо позалипать. Я думаю, надо здесь что-нибудь еще построить интересное. Какие есть предложения? Ох, всяк как отработал наш ранец. Шикарно, просто шикарно. Какие есть предложения, что можно еще тут залепить, а? Мегапостройки. Предлагайте в комментариях. О, наш клиент возвращается. Как раз таки 11 секунд осталось. Слушай, много мы сожрали топлива? 5 единиц? Слушай, да это нормально. Я бы сказал, даже вообще немного. Сейчас посмотрим. Давай. Так, нет, нам не усилилось. Нет, нам надо вот это ехать. А, у нас как раз какие-то и выбраны, да? Да, вот это. 50 моторов, раз. 20 компьютеров, два. И каркасы, три. Отправляемся. Смотрим на наши исследования. Так, новые страны, новые ресурсы, новые улучшения. Электричество, вот оно у нас. Угу. Дамочка, мы тебя скипнем. Значит, смотрите, что у нас с вами получается теперь. У нас с вами теперь есть электростол третьего уровня, да? По сути, он аналогичный, как и второй уровень, только добавляет уже до 8 электросетей, но... Я так полагаю, радиус, дальность это никак не влияет. Поэтому дорогое удовольствие, на самом деле. Может быть, на базе есть смысл их будет поставить, поменять местами, то есть вот эти все поубирать, да, заменить. То есть будет меньше количество столбов. Но пока под вопросом, лично для меня. А самое главное, вот, геотермальный генератор вырабатывает 200 мегаватт. Так как у нас топливный вырабатывает 150, а угольный вообще полташечку, то геотермальный, конечно, да, это кульминация, наверное, добычи энергии. Правда, стоит он нехерово, ты посмотри. Хотя у нас все имеется, кроме как... А, у нас компы, по-моему, тоже есть, да? Дальше. Программируемый разветвлитель. Что нам здесь пишет? Он нам пишет... Ну, скорее всего, мы здесь можем просто программировать, какую сторону, куда мы что будем направлять. Это для нас не особо интересно. Так, здесь у нас что имеется пока... Ну, просто все налажено. Вот почему нам это не особо сейчас интересно. Вот именно он. А вот это мне чертовски интересно. Как у нас вообще выглядит она? Ни хрена себе такая штука здоровая. Так, нам нужны компы. Еще раз. Нам нужны компы. Стоп. Давай мы сделаем так вот. Раз, два, три. 24 компа. Это в идеале, конечно, да? Кабель есть. Кстати, кабель надо с собой взять, пачку. И нам еще потребуется с вами опоры же делать, да? Опоры мы будем ставить стандартно обычные. Для этого потребуются трубки, провода медные. Слушай, у нас тут все есть. Давай-ка возьмем для разнообразия. Так, чисто, чтобы это можно было видеть. Вот так вот. Цемент, пачку на всякий случай еще одну возьмем. Медная проволока тоже у нас здесь рядышком находится. Забираем. Тут же у нас до хрена резины. Возьмем на всякий случай два стака. Компьютеры. Тяжелый каркас модуль, это мы возьмем. Все остальное у нас с вами имеется. А, слушай, обычный
Обычный кабель нам еще требуется. У нас 87 всего. Где у нас он добыва производится? Где-то производится. А, вон у нас это двигается. Сейчас мы его соберем отсюда. Так, стоп, ты у нас двигаешься здесь. А почему такими обрывами? А, ты вот здесь у нас производишься, да? Так, ладно, соберем просто с ленты. Там на самом деле целый стак можно, наверное, взять и собрать прямо отсюда. Да? Да, здесь его очень много. Вот отлично, мы так и сделаем. Каркасы забираем. Так, каркас у нас вот здесь был. Вот так вот, да? И потребуются еще суперкомпьютеры. Они у нас вот тут 34 штуки. Шикардосно. Ну что, можно идти начинать строить. Это мы, наверное, с вами сейчас попробуем убрать. Это убираем. И убираем еще столбы. Стандартный, классический, да? У нас должен теперь загореться гейзер. Сейчас мы посмотрим, где у нас он находится. 214 метров. 300. 500. Слушай, ну пойдем посмотрим. Да, сейчас везде пробежимся. Заодно хотя бы узнаем, как он вообще выглядит у нас. Хотя вроде видели, да, он у нас, по-моему, на воде находится, да, там типа каменные такие валуны идут. Он 139 метров. Да, видать его, уже отсюда его видать. Слушай, ну нам, получается, потребуется здесь поставить тогда столб, правильно? Ой, смотри, а у нас там слизи, нам бы его забрать. Хотя мы его сможем забрать без проблем, потому что у нас есть ранец. Хотя, с другой стороны, подожди, а может быть мы как-то иной дорогой пойдем? Давай посмотрим, что у нас тут еще есть поблизости. Ага, здесь у нас уже обрыв. Хотя именно к этому обрыву мы с вами и можем подвестись. Правильно? Да. Сделаем тогда это вот так. Ой, там слизень еще, смотри. Ты у нас конектишься сюда тогда. Это мы забираем там на батарейки нам. Отлично. И теперь задача опуститься нам вон туда. Слушай, а мы теперь сможем пролететь это расстояние или нет? Было бы, конечно, офигенно круто. Вон там у нас, да, нахуй. Слушай, а может мы отсюда его сможем поставить? Это вообще тогда будет лайфхак, не? Не, смотри, он не ставится почему-то. Все-таки, наверное, надо туда опускаться к нему. А, нет, стоп, подожди, он ставится. Он же не красным горит, все отлично. Шикарно, мы, значит, вот так его поставим сейчас к нам лицом, вот. Как раз здесь будет показана зарядка наша. Вот здесь сейчас попробуем соединить его кабелем. Соединяется, смотри, давай-ка мы сделаем вот так тогда. Поставим столб, на всякий случай, разветвитель. Ты смотри, как его раздуло, охренеть. Здесь его законнектим. Добывает? Добывает, хотя, наверное, даже эта штука здесь не нужна. Она здесь нелепо смотрится. Напрямую законнектим отсюда сюда. Во. Пойдем еще попробуем добрать вон ту козявку нашу сейчас. И заодно посмотрим, как он выглядит. Слушай, ну он охеренный. Он просто охренный. Прикинь, вырабатывает 200 мегаватт. Жесть. Еще эти такие ампулы, они, смотри, прямо надуваются. И обратно сжимать, сжатие происходит. Их надо обязательно где-то раскидать. Как-нибудь. Кстати, слушай. А если у нас где-то рядышком здесь находится еще, то теоретически мы можем просто в одну линию всех их загнать и не заниматься тягомотиной, типа разведением их по каждой отдельной линии. Мы сейчас пробежимся по этому карьеру и посмотрим. Нам, правда, для этого потребуется еще раз включить поиск. Ну, этого мы поняли. Он здесь находится рядышком, он как бочка отображается, и 400 метров туда. Ну-ка, пойдем посмотрим. У нас хил немножечко пострадал, да? Давайте заберем сразу, да, вот эти грибочки. Замечательные. Они очень неплохо восстанавливают хпшечки. И вот так вот. А мы, по-моему, с вами здесь уже открывали все, да? Здесь у нас все было открыто. Да. Показывает, что типа где-то прямо вот здесь. А, вот он, вижу, отлично. А, он тут не один, ты посмотри, тут несколько. А может, я там тоже пропустил? Да, мы точно в одну сейчас линию всех соединяем их. Смотри, это будет сейчас мега круто, наверное. А, нет, не ставится, смотри. Или он не рабочий, что с ним случилось? А, во, встал. Шикардосно. Иди сюда, раз. Это мы сейчас получим с вами неплохой буст к энергии. Реально неплохой. Так он почему-то не ставится сюда, смотри. Наверное, здесь все-таки мешает вот эта хренотень. А у нас с вами была бензопила, насколько я помню, да? Ах ты, зараза, у нас топливо кончилось, серьезно.
не хочет никак ставиться. Вообще. Мешают сраные деревья, а? Слушай, может как-то по-другому их можно сломать, не? Ладно, мы сюда, значит, вернемся, обязательно поставим. Сейчас такое затопливо мы еще сгоняем. Потому что мне даже его не сделать здесь нигде. Так, а биотопливо нам еще делается. А, стоп, мы же можем поставить производство. А, у нас листов не хватает, понятно, короче. Не подготовился чуть-чуть. Ладно. Ставим первый столб, сюда пошел. И тянем к тому. У нас тут такой еще туман, короче, что-то пошел. Ты посмотри, а. Отлично, кстати, получается. Сейчас действительно все в одну цепь загоним. И будем получать хороший приток энергии. Ну, конечно, с биотопливом лоханулся, ребятки, да. Признаю. Сюда и... Туда мы тебя законнектим, наверное, да? Вот таким путем. Как-то да. Дальше, значит, где у нас с вами еще был гейзер? Где-то, по-моему, показано было чуть дальше, нет? Или мне показалось? 400 метров туда, это очень далеко. А с той стороны? Нигде, что ли? Слушай, ну попробуем давай-то подняться, наверное, сейчас туда. Или... Не, нам не хватит, слышишь? Это фейл. Хотя мы можем отсюда теоретически попасть, прямо-таки... Забраться куда-нибудь, например, вот сюда, отсюда, туда и по мостику, да? Давай попробуем. Сделаем немножечко иначе. Я прямо с этой штуки сюда решил запрыгнуть. Так, дальше. Ладно, значит, теперь отсюда наша задача вывести к нашему порту, да? А, здесь мы, наверное, точно не поднимемся уже. Хотя... А, нет, здесь нам не надо подниматься, мы здесь спокойно пройдем. Вот так вот обойдем это все дело. Слушай, странно, что бензопила не захотела работать на этом топливе. Прямо... Разочарование, если честно. Нам бы еще, правда, понять, знаете, чего? Откуда нам законнектить это все дело? У нас, по-моему, здесь как раз столбов-то и не было, да? Один столб поставил. А, нет, был как раз, смотри. Идеально, просто идеально. Сейчас топливо заберем и еще один поставим. Заодно еще сделаем с вами. Сколько у нас? 2900 мегаватт. Слушай, отлично, отлично. Заодно сейчас еще батарейки сделаем из наших слизней. По-моему, тут же делается, да? Или нет? Нет, не здесь. А вот здесь, наверное. Да, вот они у нас. Две батареечки, что, лишними не будут. Куда-нибудь их воткнем. А по поводу топлива, топливо. По-моему, Сашка у нас, Балтимор, как раз-таки делал здесь заготовки. Хотя, наверное, когда мы уже перешли на уголь, уже, наверное, все повыбрасывали, да? Что-то я застрял, серьезно? Да, заготовок, походу, нету нигде. Надо будет, наверное, по новой сделать. Смотри, здесь у нас еще 100... А, не стоит. Сколько? 3 штуки у нас осталось. Нам там, по-моему, надо было чуть-чуть совсем, да, топливо сделать. Ну, сделаем 80 единиц. Нам этого за глаза хватит. Сейчас главное только проверить, чтобы нам хватило ресов на еще одну базу. Да, слушай, нам хватает всего. А батарейки, знаете, куда мы поставим с вами? Ну, вот здесь, наверное, у нас с вами их не было. Хотя, может быть... Нет, здесь у нас они были. Значит, у нас их не было в производстве пластика. Да, здесь нету и здесь нету. Ну вот, по одной батарейке сюда одну, жбоньк. И сюда одну. Сколько у нас получается? 22, а будет сейчас производиться... Сейчас он ее произведет. 33, нормально. На самом деле, эти геотермальные генераторы, они... Просто бомбезно выглядят. Они вот прямо выглядят очень круто. И действительно, ну, сопоставляются тому, как и должно, наверное, там прямо выглядеть здесь. Это действительно мега мощь. Эту хрень мы убираем отсюда. И это мы тоже отсюда убираем. Боже, ты ни хрена там издает звуки. Так, дальше ставим тебя, друг. Вот так вот. А он не ставится, ты смотри, прикол. Может, он только один может здесь встать? Потому что второй ему мешает, типа. А, не, нормально, смотри, встал, во. Также сейчас мы повернем генератором сюда, наружу, да? Во. И законнектим тебя в одну общую сеть. Вот сюда. У нас там было 2900. Посмотрим, сколько у нас сейчас будет. Ну, понятно, что сейчас будет офигища. 300 у нас, ну плюс 200 появилось. Единственное, только я так понял, их прокачивать нельзя. То есть у них нету никакого там буста, батареек, ничего. Все пусто. Классно. Слушай, а где-то еще есть у нас? Нет, интересно. 33 метра. 300 метров где-то там вдалеке. Ну, в общем, схема-то ясна.
Я думаю, нам, правда, столько энергии не надо, потому что у нас и так дохренища уже. Мы столько не производим, и точнее не потребляем. Но, однако, как-то вот так. Ладно, что, ребятки, тогда, думаю, на этом моменте серию закончу, потому что мы с вами, в принципе, изучили все. А, нет, не все, кое-что забыли. Так, прибрались сюда. А вот теперь, наверное, точно мы с вами выучили абсолютно все. Так, а что у нас такое? Компьютеры. Компьютеры, 50, есть. Отправляем, и у нас с вами изучилась маска, да? Да, вот теперь дамочку мы скинем. Появилось новое оборудование. Вот теперь мы с вами точно изучили все и готовы к приему новых обновлений Тира 7 и 8. И как раз таки начнем нашу великую космическую стройку. Потому что, насколько я помню, вроде как раз таки монорельс идет в 7 и 8 тире. Все, понравилась серия, очень лайтовая, очень спокойная, просто такая, знаешь, типа заключительная серия по тому, что сейчас возможно в игре. Пускай слегка и затянутая по времени. Втыкай ролику лайк, комментируй, пиши в комментариях, кстати, что ты хочешь увидеть в этой игре, но этого, предположим, еще не анонсировано. Какие-нибудь, может быть, летающие машины, или, может, какие-то роботы, или, может быть, боты, которые будут там курсировать от точки А в точку Б, наподобие трактора, только, предположим, в плане производства. Даже будет интересно почитать. А я с вами прощаюсь, всех люблю, до новых встреч, всем пока!